Так, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас градовые автомобили. Мы используем градовую штангу. Сейчас идет ее сборка. Будем использовать два колена. Первое длиною 1010 и второе 650. Так, накручиваем окончание. Это у нас рукоятка. Далее прикручиваем колено. 650. Итого у нас сейчас длина штанги 1650 плюс наконечник, который у нас 10 сантиметров. Итого получится 1750. Вот с двумя этими коленами. Плюс у нас еще есть третье колено 450. Ну, его здесь нам будет, оно нам будет лишнее, потому что в данном случае мы будем работать сбоку, и такой необходимости в длине у нас просто нет. Но, в принципе, возможность такая предусмотрена. Можем даже больше количество колен накрутить. Сейчас вам покажем, как идет работа, собственно говоря. Штанга очень жесткая, очень мощный карбон. Не буду раскрывать его технических данных, но мы тестировали разные варианты карбоновых труб, остановились вот на этом. Вот. И самое главное, что в стыковых элементах, там где идет скрутка штанги, применена особая технология, вот, которая не применяется на других штангах других производителей. Здесь тоже есть своя техническая особенность. Я не буду ее раскрывать на камеру. Ну, в целом, штанга получилась достаточно жесткая. Вот. Можно комбинировать за счет того, что окончание у штанги сменное, можно комбинировать различные вариации постановки колен. Можно их поставить вперед, можно поставить назад. Это, в свою очередь, дает возможность правильного упора, так как упор получается не в соединении. Это тоже очень важно. Вот, поэтому здесь мастер сам может для себя выбирать вариации, которые ему будут максимально удобны. Ну и плюс 4 различных варианта окончания одновременно достаточно сильно ускоряют процесс подъема, делают его достаточно быстрым, что на граде, в принципе, очень актуально. Да, вот так вот выполняется работа. Такое вот сменное окончание. За счет жесткости своей усилия на дальнюю дистанцию передается быстро и эффективно. Нет лишней деформации у самого прутка. Ну и, соответственно, сразу же идет передача энергии на вмятину, что по большому счету увеличивает скорость подъема.